Всем привет, и я приветствую вас в моем хауле со Stray Kids. И в этом видео я буду открывать все версии 8, которые мне пришли, которые мне в принципе будут. А также вы увидите предзаказочки к ним. Думаю, я буду открывать каждую карту на версии, и мы посмотрим все постепенно, и в конце вы еще увидите вот три письмеца. Ну что ж, а я думаю начать с лимитной версии, ну либо же 8-версии. И я сразу покажу вам предзаказочку, которая к ней шла. Перед тем, как я скажу, это у нас есть 24, если кому-то интересно. И это у нас вот такой вот Хёнджин. А сразу скажу, что ни на одну карту я не участвовала в подборах, но я просила определенных участников, и по большей части меня услышали, что меня очень радует. Вообще, есть 24 одна из самых красивых карт, самых красивых магазинов в этот раз. Я большой энтузиаст образов из Lose My Breath. Круто, что они были и в других версиях альбома, но вот именно предзаказки меня больше всего цепляют. Я буду активно докупать такого же Хани. Ну, а мы перейдем к самому альбому. Я не снимала видео уже месяц, и с тех пор произошло очень много. С самого камбэка у нас вышел спешл трек для Дэдпула. Также у нас было второе продвижение с Джем. И в этот раз меня очень привлекли многие интервью. Скажу честно, я не так много смотрю контент скизов, потому что я такой человек, у меня очень нестабильное ментальное состояние, и я чаще всего оставляю себе все такие вот интервьюшки на дни, когда я буду чувствовать себя не очень, и я смогу посмотреть и поднять себе тем самым настроение. Вот. Итак, давайте я уберу все отсюда. Вот. И я надеюсь, карты не в фотобуке. Ну что ж, давайте посмотрим фотобук. Наверное, немножко в ускоренном режиме. Лимитная версия меня, если честно, порадовала именно тем, что здесь все три концепта, как и обычно у скизов бывает. А также порадовала эта макулатура, которую все почему-то остались недовольны. Я такое люблю, но вторая карта всегда хорошо. Вот, я без ума от этих туманных шотов. Вот, и я очень люблю, вот после Максидента я каждый раз очень жду дропов фоток от дизайнеров, там, антуража, аксессуаров. И я была без ума, когда они дропнули эти прекрасные посохи. Вообще, для меня самым большим удивлением был посох Минхо, наверное. Я поначалу думала, что это просто какие-то кости, но это казались зайчьи уши, что, конечно, логично. Я особо не говорю тут ничего про мальчиков, потому что мои эмоции по этому образу вы можете посмотреть в другой уже моей распаковке. Задумка. Моя задумка. Ну, ладно. На биасов мы все падки. Что я еще могу сказать? И да, если вы не поняли, мои биасы в Stray Kids Хёнджин и Джисон. Но люблю я всех мальчиков. И да, в альбомах мне бы, вот в лимитке я хочу собрать только мои топ-2, потому что, не знаю, эти образы неплохие, но и не настолько хорошие, чтобы я с этим всем маялась. Вообще, я без ума от Сэнмоши тут, и... Блин. Вот. И по Чунинке. Rest in peace, наш рыжик. Да, он сказал, что на эфире, что если кому-то не нравится, то это их проблемы, он делает то, как хочет. Вернемся к Чунинке через минуту, а сейчас давайте насладимся вот этим вот. Я не помню, были ли в другой версии такие шоты, но, блин, ребят, смотрите на эту красоту. Мне... Ё-моё. Сэнсона. Грудь Чусона. Ладно, ладно, давайте не будем. Итак, у нас здесь цветной образ. Честно, я когда дрогнули
эти тизеры, я просто пришла в шок, потому что это абсолютно невозможно выбивалось из всех других концептов, из всего, что мы вроде получали музыкально. И это было просто такой неожиданностью для меня. Но, боже. Я каждый раз, вот кроме всех образов, я очень люблю их украшения, потому что они такие хорошие. И да, вот это вот фото Ения, одна из моих любимок. Он вроде такой милаша, а вроде тут мускулы. А еще самим задумка. Ребята, правда, я могу так про каждого распинаться. Знаете, что я люблю их все просто. У меня куча альбомов, и мне надо немножко двигаться. Вот. Очень. Я люблю общие шоты, но почему-то Чонбину съели. Чонбину съели. Это нехорошо. Вот. Зато здесь нас всех видно. Да, кстати, я именно вот так вот и собираю. Я хочу собрать здесь OT 8 сет, и я собираю именно вот такие вот странички. Хотя, возможно, в будущем все поменяется, но пока что так. И тут образ, где я очень рада, что он вошел в лимитку. Это образ из джевелов. Что, чан прилеснула? Я чан прилеснула? О, нет. Ай, мне очень нравится цветочный концепт. Я не знаю, мне выпадал этот чан. Я его себе не оставила, потому что он не подходил под мой сетап, но он милашка. Правда, милашка. И я очень люблю вообще эти концептные фото. Хоть мне и хотелось бы, возможно, чтобы другие фото из Лосмобра сюда вставляли, раз уж вы начали с этим. Я без ума, правда. Это очень красиво, и мне нравится, как здесь гармонично подбирать цвета под каждого мейбера, что здесь, например, Чонбин в более холодных тонах, а Хёнджин в более теплых, и это очень дает определенную атмосферу и подчеркивает свой вайб. И также, да, пирсинг на брови. Честно, я тоже хочу сделать. Но у меня были проколы в ушах, и в какой-то момент я на них забила. Не хочется повторения этой ситуации. И, конечно же, Джессони. Мне очень нравится какой-то степень бирюзово-зеленый. Вообще, эти очень интересные кадры. Я не уверена, получали ли мы их. Но Феликс. Феликс такой интересный мальчик. Мы все привыкли к нему в блонде, но у меня недавно началась ностальгия по Максиденту, где он с черными волосами. Мне захотелось сюда что-то купить, потом я подумала, нет, ты и так тратишь деньги вообще на все, что угодно, давайте не будем. Вот, у Сен-Моши здесь такой более фиолетовый. Смотрит в душу. Вот, и здесь он снял кардиган. Кстати, нет, тут все как были одеты, так и остались. Хотя этот сеньор у нас, конечно. Вот. Ирин Мерскини. Я не знаю, он сейчас такой черно-блондинистый. Что подходит под джем. И как бы Минхо тоже подходит под джем со своего цветом волос в виде. Кто там был? Голуби. С окраской голуби, но не знаю, мне кажется, Риджи Чунин это прям эра, это слэй, это нечто. Давайте музыку я уже обсужу. Не знаю, здесь есть, кстати, лирикбук. Но давайте я музыку уже обсужу чуть позже. Но хотя мое мнение с как бы первого дня прослушивания особо не изменились. Давайте начнем с того, что мы сразу видели. Это диск. И, кстати, я думаю, кто-то уже это говорил, но мне такой эти журавлики, такой более старый корейский концепт, даже только в оформлении, но все равно как-то отсылает кайф. Я знаю, что скизы делали этот концепт уже из Thunderous, и в какой-то степени с Backdoor, с их лофитами, но для меня это просто какая-то более ближняя ассоциация из того, что случалось относительно недавно. Не знаю, вот именно этот журавлик, что-то у меня с ним есть. Вот, у нас здесь прекрасный, хотя, ну, не совсем, плакатик
Честно, я скажу так, что хоть и опыты хорошие, но я не поняла, почему. Я думаю, что такой плакатик во всех версиях, лимитках. Если нет, то может мне поправить, но я не совсем поняла, почему только один концепт и почему так скучно сделано. Потому что в лимитке идут все концепты, и обычно в Five Star, в Rockstar, в этих двух, там на постер присутствовали все версии, и это было очень круто. Но сейчас мне нравится вот такие вот дизайнерские решения в этом покупке. Мне кажется, дизайнеры немножко обленились. Потому что, ну, во-первых, здесь даже нет скрепочек. Во-вторых, не знаю, честно, это такой степ-бэк после того, что было в этой газете в Максиденте. Я знаю, что они могут лучше, но как будто бы их это не заботит. Можно было бы здесь написать, можно было бы из этого сделать лирикбук. Мне кажется, было бы даже лучше. Для меня это смотрится слишком пусто. И типа здесь можно было сделать прекрасный коллаж, что как бы что друг на друга заходит, но, блин. Ну, хотя бы меня радует как бы их вот соло-шоты, особенно Чанни. Он похож на такого демона. Вот, и Хёнджиня. А также мне нравится вот этот вот кадр Хёнхо, где они стоят друг напротив друга. Вообще здесь вот этот пацан будто бы прям вышел из его рекламы. Что там? Килли. Пахима, короче. Вот. И у Чанбины я без ума, просто без ума от его этой рубашечки. Я не уверена, цветочек это или нет, но для меня это почему-то цветочек. И также его перчаточка. Это просто огонь. Вот. И дальше. Блин, я не буду. Мне плохо. Вот. Я знаю, что есть минималистичный концепт, но вот это вот минималистично. Вот это уже могли просто нифига не делать. Хоть это смотрится более-менее органично. А, меня, кстати, чего смущает, что в некоторых образах определенные мальчики в шапочках, а определенные мальчики нет. И это немножко, знаете ли, странно. Короче, я здесь уже вижу, какая муха, которая попалась, и, к сожалению, у меня тут помятый уголочек на Чанбине. Я не думаю, что я буду тут что-либо менять. И сейчас я вижу его прекрасные штанишки. Просто не знаю вообще, я без ума от этого образа. Блин, а, кстати, я сейчас забыла, что у него здесь за животное, если вы знаете, то подскажите. Вот, очень красивый мальчик и очень красивый день рождения, который, кстати, недавно прошло. Тут на стикерочке. Я не привыкла так быстро все делать. Поэтому вот. 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 И не знаю, кого я смотрела, но я абсолютно согласна. Хёнхо придумал эту позу. Просто, ну блин. Но Хёнхо очень милая ребятка для меня. А, кстати, сейчас будем говорить еще по другим темам, когда перейдем к следующему фотобуку Джудикса. Твиттер. Я, опять же, очень много сидела, потому что скучала по мальчикам, скучала по своим альбомчикам, вот, и это было Джиликс в этих образах, это такие little animal friends, может быть, я вставлю это видео, но они такие кьюти, прям кьюти, вот, вообще, я здесь без ума от всех пэрингов, они все выглядят очень гармонично, но я вообще, как бы, я ультую этого Минхо с Чунином, потому что их вообще нигде нету. Я очень люблю Чунинку. И я так очень люблю Минхо. Здесь я уже выучила, что тут ничего нету. Но я так и не поняла, что это. Не знаю, может быть, на этом фоне можно вот так вот класть карточку, там, выставлять на обмен и продажи. Бог знает. Вот. И у нас здесь последнее рандомное вложение до карты Чунин. Я смотрела, как я сказала, я смотрела много распаковок. И всех преследовал Чунин. И вот он меня тоже нагнал, но я не против. Мне безумно нравятся эти кольца. Мне один вопрос, почему мы не сделали такие же карты в другой версии. У нас здесь идет наша карточка. Uno, dos, tres. Спасибо, лапушка.
Мне не придется тебя докупать, спасибо, солнышко. Вот. Вот такие вот у нас выпадения на эту версию, плюс Биба, конечно. Вот так вот. Да, идем дальше. Итак, мы переходим к версиям Чик-Чик и Бум. И мы будем понемножку ускоряться. Конечно, я сразу покажу обе предзаказочки. Это у нас вот такой вот Хёнджин и вот такой вот Джисон. Я опять же брала еще до того, как были какие-то тизеры, но у меня достаточно обрадовали эти карты по своим образом, но меня немножко смущает вот эта вот карта Хёнджина. Мне кажется, ему уменьшили лицо. Или уменьшили что-то. Но это не похоже на него. И как бы Мэг Стар часто очень грешит каким-то обработыванием мальчиков. Я не знаю, мне кажется, это не его. Вот, и думаю, кто помнит, тот помнит, тот Джисон в Максиденте. Вот примерно те же чувства. Вот. Но Ханни, мне кажется, более-менее нравится. Мне нравится сам образ, но вот я пока что думаю, потому что, не знаю, не похоже. Оно не похоже. Но у меня уже была эта версия, поэтому я предлагаю просто быстренько посмотреть вот эту, и потом уже тут просто посмотреть вложения, которые мне там попадутся. Вот. Итак, давайте начнем. Хочу сказать сразу, что мне нужны, мне нужен OT8, а сейчас уже OT7 сет карт к Бум-версии, где они в этих шапочках, в этих плюшевых образах. И также я собираю все юнитки, а в черной версии мне нужны Джусон и Хёнджин, также Чан. И на другие мальчики я подумаю, смотрю, кто мне уже сам выпадет. И да, вообще, Бум-версия, она была также в этом тизере, мешапе. Вообще, я очень люблю скидзов за их мешапы, потому что я почти уверена, что как минимум Чан над ними сам там сидит, крутится. Но... И они выходят все равно. Сами понимаете. Мне очень нравится, серьезно, это оформление. Это, не знаю, мы не настолько часто видим скидзов. Не знаю, не везде это настолько органично, сколько мне бы хотелось. Возможно, было бы лучше, если прям вырезать тут Чана и потом уже добавлять, а не просто добавлять картинки. Но, блин, Минхоша, я очень люблю его образ. И очень жалко, что на альбомке он не в этой шапочке, а без нее. Но есть карта, где он в шапочке, но цены на нее соответствующие, ребята. Вот. А также его жерелец, не знаю, там многие уже про это говорили, но я тоже скажу, это прям милота. Он хорошек, я думаю, ему очень этот концепт. И... Стоп. Стоп. Вот. Итак, Чонбини. Я с ним насмотрелась интервью. Вот. Я смотрела его групповые интервью, где они там были с Мой Биас Вайн плюс Чонбин. Или Поворача плюс Чонбин. Вот. Не знаю, я не помню интервью, но прям... Baby, what's that? What's that? Что это? Что это? У нас cute концепт. Cute концепт. Что это такое? Стоп. Ну, из-за всего могу сказать, что Хёнджин тоже без этой шапки на альбомке, но я записалась заранее на его штуку с поп-апа, и она мне будет. И вот эти вот две, мне кажется, абсолютно воушные фолки, прям, ну, просто я без ума, и я хочу опять подстать щёлку, вот примерно вот так. Hi, baby! Мне также нравится, что здесь немножко подбирают элементы под участника. И у нас здесь наш маленький пришелец. Вот. Вообще, милый фотошут. Lady. Что я могу сказать? Феликс в юбках.
Феликс блондинка, Феликс с волосами до плеч. Ну что, еще тут такие вот милые бутсы. Я, кстати, не видела до этого, но они тоже так все приносят. И, конечно, шапочка Феликса. Я благодарна Господу за то, что он мне в ней выпал. Кьюти-сын-мошечка. И тут, кажется, похожие цвета на те, что были в концепте Louis Vuitton. У него здесь родинка. Ребята, я не могу, я слетаю со всех тем. Я посмотрела очень много интервью с Чанбином. Он просто лапушка. Он сказал, что он стал чуть более интровертированным в последнее время. Я ему немножко не верю. Возможно, это все тоже, потому что он сидел с прекрасными новыми девушками. И, кстати, после того, как я посмотрела интервью с Чанбином и Хило. Блин, я не знаю, как произносить имя, но участница SNSD, мне очень захотелось ее карты. И у меня сейчас глаза устремлены на одну ее карту. Она также участвовала в Stampin' Cut the Beat, короче, в этом сабьюнити. И у нее там была одна очень красивая карта с короной и волшебной палочкой. Я на нее нацелена, мягко говоря, если у меня появятся лишние бюджеты. Вот. И Яна. Без комментариев, просто мои задумки, мои задумочки и Самоша. Вот. И кроссовки. А здесь все у нас уже без шапочек. Вот, и мы уже здесь. У нас, кстати, в этот раз вышло, получается, 4 клипа, то есть чик-чик, бум, Mountain Jam и Stray Kids. И я очень благодарна, что все-таки как бы у нас вышел клип на Stray Kids, потому что, блин, ребят, не вложить его на такое прекрасное, а это было кощунство. Вот, и у нас тут зеленый диск, ничего такого интересного особо. Стикеры. Вот стикеров у меня еще не было. Мне нравится, что у них у всех здесь свои рамочки. Вот. Ну и чайника. Я буду очень рада послушать про ваше мнение, про ваши пулы в этом альбоме, вообще про все. Вот. И у нас здесь уже, я вижу задники. И могу сказать, что мне не повезло с моим цветным концептом. Ну да ничего. Вот такой вот 4-катик. И также вот такой вот буклетик. Он у меня уже был. Но в этот раз он хотя бы не распавшийся. И так я понимаю, у меня будут такие 4 штучки. Но я, в принципе, не против. И здесь прекрасный плакат, который пойдет ко мне на стену, как бы безоговорочно. Это вот эта вот красота. Я в любви. Всех видно? Думаю, вы увидели уже у других блогеров, которые более качественно снимают, чем я, отдельно фото этой красоты. Ну, а сейчас мы посмотрим на мои выпадения. И что я уже заметила, что у меня есть вот так немножко помят уголочек. Но да ничего, у меня пока что нет ни одной юнитки в зеленом образе. Так что в любом случае я ее себе буду оставлять. Вот я говорю про Чанбина, и вот он здесь вместе с Чани. Да, я не знаю, что вам сказать, но я рада, потому что я все равно их буду собирать. Это одно, а второе... Раз, два, три. Хёнджин, это что? Хёнджин, это как называется? Спасибо, лапушка. Спасибо. Я не знаю, что это вообще такое, но спасибо. У него здесь хорёк, да? У него здесь хорёчек. Блин. Так, подождите, давайте мы сделаем вот так вот. И также у нас здесь был доклад Хёнджин. И вот такие вот у нас, у меня выпадения в бум-версии. Вот. Ну что ж, а мы здесь сразу будем смотреть наполненница. И здесь тоже черный и светлый образ.
Тут наполнение то и то же. Я думаю, даже если повторки, то как раз таки Хёнджини я могу спокойно кого-то обменять. А здесь как бы с юнитка, мне кажется, сейчас немножко труднее, но все-таки. Опачки мои, спасибо, спасибо. Ого. Вот один и два. Чё нет? Да, ё-моё, это невозможно. Это невозможно, ребят, это какой-то ужас. Мне выпадают все карты, которые мне нужны. Мне не выпало еще ни одной карты, которую мне нужно было бы обменять. Это что такое? Вот у нас выпадение на эту версию. Мы двигаемся дальше. Что? Так, сейчас мы проводим к таким вот двум прекрасным аккордеон-версиям. Я уже после съемки прошлого видео поняла, что это аккордеон, не пускает. Я все еще была в Рокстар в какой-то степени. И сейчас, когда понимаешь, что аккордеон, то вот эта вот гармошка, которую там вытягиваешь, конечно же, имеет смысл. Ну что ж, а давайте начнем с Хёнджини, потому что возраст. Да, у меня есть еще один такой чунинка в плане аккордеона. Здесь вообще у меня такая ситуация, мне нужны в цветных образах или в образах как раз таки из лусмотров, мне нужны Хёнджин, да, Джисони и Чанбини, а в зеленой версии, если мне не попадется Джисон, то я даже, возможно, не буду там ничего собирать. Ой, осторожненько. Так, вот. Давайте мы сейчас поговорим о музыке, потому что, ну, блин, я такой человек, я так быстро слетаю со всех тем. Вот. Знаете, просто, что я без ума от этой красоты. Мне очень нравится именно такое вот водное или холодное оформление. И вот эта карта, ага. Фото я вчера видела в Пинтересте, его просто без ума. Ну вот, а по музыке мало что изменилось. Я без ума от Runners. Мне нравится строчка Минхо и строчка Чунина. End of day and night, we fly. Очень красиво. А также, кроме Айзи Лайна, Джисон там тоже очень хорошо выводит, как и все мальчики, в принципе. Поэтому мне это порадовало, эта песня. По поводу Джема. Джем, я не скажу, что самая сильная песня в альбоме, из бисайдов даже, вот, но я считаю, что как второй трек она была хорошо выбрана по причине того, что под нее она имеет структуру и она имеет свой бит, и она подходит именно под формат мюзик-шоу, под формат хореографии, которую ставят Stray Kids. Вот тисочек, лирика, думаю, не надо ее смотреть. У меня такая первая повторка вообще за все это липкарт Чунбина. Ну да и пусть. Ну серьезно, липкарты это не самое важное, что было в моей жизни. Вот, и так давайте смотреть. А, раз, два, три. Я не знаю, что это. Я не понимаю, что это. Серьезно, я не понимаю, что это. Давайте, не нужная мне карта. Будь хоть ты ею. Ой, я поняла, что не показала про заказчику. Здесь тоже Хёнджини, вот такой вот милашка. Я еще думаю, то, с чем его сочетать, надо ли его продавать. Но пиас есть пиас. Все, спасибо, что ты здесь. И мы переходим к фотобуку Джисони. И если вы не заметили, то я все заказывала парно. И здесь у меня вот такой вот Джисони. Джисони. Хёнджи. Вот, в щечку тыкает себя с этой прекрасной причесочкой. Я без ума. И да, вот эти пакетики, они мне тоже смущают, но у меня закончились мои обычные протекторы, и я сейчас экономлю, пускай лежат в тех, которые пришли. Но я без ума от и мальчика, и бижутерии. Вот, и вообще Sound Wave, мне кажется, вывез своим задником, потому что все другие не однотонные, но вот, это прям красота. Давайте забудем про эти странные пакетики. Думаю, будет правильно сейчас начать говорить про Twilight. Я улетала в отпуск, я не знаю, в самолете, туда и обратно. Я так вслушалась и в Runners, и в Twilight. Я вот просто, не знаю, я их так полюбила. Спасибо 8-часовым перелетам. Вот. Ну да, я просто без ума. Вот у нас Джисони такая. Квока. Да, Квока, я не воспринимаю его никак иначе. Мне очень нравится их тут макияж, он такой блестящий. И, опять же, цветовая гамма.
Вот. Но Twilight — это очень теплая песня в какой-то степени. И мне нравится, как Джосони создал такой баланс мягкости, все-таки включая в песню рэп. Вот. И в какой-то степени это для меня песня Хенсонов. И это делает для меня ее еще более невероятной. А, да, здесь фоточки одинаковые, поэтому. Я это для себя только что открыла, и мне это напомнило его из I'm Who, где он рыжий, я не знаю. Мне кажется, он вообще не изменился. Он вырос, но он вообще не изменился, я не знаю. Вот. На тот момент уже вышел Long Kids Show, но я хочу так сказать, что я морально еще к этому не готова. Просто физически, морально я к этому не готова. Вот такой вот у нас дисочек, как и у всех. Убейте меня, просто убейте меня, что это такое? Зачем эти лепкарты? Я вас ненавижу, мне плакать хочется. Я не знаю. Спасибо, Джосони, что ты здесь. Спасибо. Вот, и у нас карточки. Чунин, Чунин. Я, вот он всех преследует, я как сказала просто, ну... Как я сказала, зеленые карты я, скорее всего, оставлять не буду, но... Блин, тоже на повторка, это тоже удивляет. Раз, два, три. Чунин, да блин, ненавижу тебя, почему ты такой хорошек? У меня уже был план, разворот. Ё-моё. Блин, я ж его не продам теперь. Я ж теперь его не продам. Это как называется вообще? Блин, хватит. И мы переходим к летер-версии. И здесь у нас очень подходящая предзаказка в виде вот этой вот лапочки. Я вообще думала, что образы отсюда будут в самой литер-версии, но там опять же повторяется образ из чик-чик, чик-чик-версии. Вот. Но вот здесь мне прям очень нравится графический дизайн. И вот этот вот ноготь, я так предполагаю, просто воушный. Итак, здесь вообще, вот летер-версия, даже если карты не самые лучшие, то зайтники — это балдёж. Балдёж балдёжный, вот. Так, у нас здесь... Нет, больше ничего нету. Мы начнем с диска, почему бы и нет. Он такой же, как и карта. Мне ещё нравится оформление пакетика, потому что эта версия, она просто дополнительная, и у неё здесь какой-то свой шарм, свой вайб. И давайте посмотрим на эти прекрасные посткарты. У меня вообще была идея купить его карту и купить карту Чунвона из НХ и сделать им совместную страничку, потому что они такие лопашивали вместе. Но, скорее всего, так не будет. Так, у нас здесь посткарты. Я предполагаю, что они все здесь одинаковые по задникам. Вообще, образ НХ для меня самый любимый, но я не уверена, покупать ли мне его карты, потому что почему-то этот мальчик не сделал ноготочки, не показал их. Я тоже хочу. Вот одна мне нравится, другая мне нравится. Мне кажется, мне нравится как раз таки Apple Music. Так что будем думать. Джентльмен. О, май гад. Don't you know I'm a savage? А. I'm a killer. Вообще, у Хенджина я без ума от этого уха. И я очень рада, что на карте оно так хорошо видно. Пу-тю-тю-тю-тю. No comments. Вообще, мне очень нравятся прически Феликса. И опять же, что-то про это видео. Вот такая милота. С его длинными волосами так интересно все смотрится. Мне кажется, некоторые девочки тоже так не отрыгивались, как отрыгивались на нем с этими пучками. Как раз таки, мне кажется, последнее выступление с Джем в таком красном образе на Music Bank. Не уверена, последнее, но, возможно, одно из. Мистер, what is this? Так, общий. Нет, общий нету. Мне нужен Джосон. Если тут не Джосон, то, возможно, я ставлю Чан. Если это не Чан, то... Сынмо. Да, я, как я и сказала, то... Эти карты идут на продажу. Они мне все равно не настолько сильно зашли. Но... я хочу сказать, что галстучек у Сынмина вообще такой мокрый эффект на волосах. А это смотрится интересно.
Мне очень жаль, что я по-разному реагирую на разные карты участников. Просто я человек, который любит все получать, не любит как-то обмениваться по 500 лет. А-а-а. Тут еще дефектик маленький. Жалко. Ну ничего. Тоже. И мы идем к последней версии. Итак, здесь лежит единственная возможная заказка для демо-версии. Это у нас Chibi Shop. И здесь образы из Lose My Breath. И здесь мы полосы Джессони. С ним у меня как раз таки был сетап. Но сейчас я не уверена. Возможно, я оставлю чунила. И эту карту продам, потому что хоть мне все нравится, но... Меня смущает темнота, черный фон. Мне... Не знаю. Это не настолько сильно зашло. Ну вот как бы сам Джусони сам по себе, и вот так в щечку, не знаю. Ну, я подумаю. Скажем так, и переходим к самой демо-версии. Я человек, который... Не знаю. Думал, что новая версия будет такой же, как в том, в тот раз, с 8 образом. Был разочарован, скажем так. Это одно, а второе... Я... Даже понимала, что, скорее всего, там будут концертные фото, но я делала, что будет примерно так же, как у Наён. И, возможно, там будут фото не только концертные, а которые тоже сфотаны издалека, но которые не являются концерт-фото. Я вообще не знаю, кто это писает, но если вы знаете, о чем я говорю, то... Так, здесь у нас QR. Отложим. Давайте посмотрим на прекрасных мальчиков, Чони. Вообще, я не уверена... Класть ли мне этот цвет себе в биндер, потому что это... Короче, мне нравятся образы, но меня немножко смущает формат. Вот. И да. Ну, мальчики очень красивые. Мне жалко, что в этой версии с этими картами нет прям полноценного фотобука или... Не оказалось страниц в лимитной версии, потому что там было третьих концепта, но не было вот этого с ноготками. И также не было, к сожалению, концепта на улице, и вообще его нигде не было. Я не поняла, зачем он был нужен, что... Это даже не трейлер, это не тизер, я не поняла, что это было в итоге-то. Блин, это очень красиво, но меня смущают Чунинка и Минхоша. Как мне это... Что с этим делать? Мне кажется, я уже видела. Да, Чунбина, блин. Я себе клялась, что не буду никого оставлять, если это не Джисон, но мне нравится Чанби. Что мне делать? Что мне делать? Я вам покажу все свои выпадения, все, что было. И мы перейдем к моим трем письмецам. Я надеюсь, что видео все-таки выйдет меньше часа. Итак, вот все мои выпадения, и меня радует, что мне попались все. Хоть раз. Все, кроме Минхо, к сожалению. Но... Мы, надеюсь, можем это исправить, потому что у меня здесь есть еще одна маленькая штучка. Она тоже идет крит. Так вот, подарочки, которые мне тут достались. Это вот такой вот Джисони и вот такая вот благодарность. И сама карта. Минхо Music Plant. Когда я поняла, что в альбомах есть образы из Lose My Breath, но нет... карт в этих вот прекрасных темных образах и нет Минхо с кардиганом. Я почувствовала себя разбитой, обворованной, но в итоге это все было в предзакладочках. И у меня появился вот такой вот Минхоша с такой же такими вот немножко флаффи волосами в этом прекрасном кардигане. Я очень рада, я уже купила себе такого Джисона и планирую еще Сумина и Хёнджина. Вот. Ну, а на этом все для Эйд. И мы переходим к еще двум письма, где у него будет парочка карт к другим эрам, либо же другим ивентам, так сказать. Ну что ж, первое письмецо. Насколько я помню, здесь должны быть Stray Kids, но сразу скажу, что не Минхо. Честно, впервые отправлять в чем-то таком. Это даже миленькое, я бы сказала. Сквозь полные слезы я открыла этот прекрасный пакетик, и мне кажется, это какой-то журнальчик. И мы тут достаем потихонечку все джупик подарочки. И да, думаю, вы можете видеть. У меня здесь Baby Breath Чунинка.
И да, у меня здесь прекрасная его карточка к Пусану, к Маньчжурскому Пусане. А в разборах взяты уже мои топ-3 с этими прекрасными плюшами. Вообще, я недавно задумалась на то, чтобы купить OT-80. Но пока что только задумывалась. Но главное, что у меня есть вот эта вот прекрасная карта. И, наконец-то, мы переходим к вот этой вот лапочке, которую я ждала. Не знаю. То есть, не того, что она придет, а вот где карточки потихоньку собирались с ноября. То есть, уже 8-9 месяцев. 10, возможно, даже. Мой разбор с Rockstar. И да, я записалась на все карты. Одного сеньора к всем китайским магазинам. Вот. Что я сделала в этот раз. И, кстати, должна сказать, что для меня камбэк сейт вышел чуть менее напряжным. Не знаю. В принципе, мне все очень понравилось. И, не знаю, как я сказала, все шло как-то получше. Вот. И да, это у меня Хёнджина. Ой, я не могу, мне плохо на это смотреть. Хочу еще упомянуть здесь прекрасную упаковочку микстейпа. У меня есть этот фотобук, но я его в жизни решусь резать, потому что, не знаю, они тут лапочки маленькие мои. Вот, так, визиточку мы отложим. Блин, эти фото, вот это вот фото, мне кажется, были недавние, если я не ошибаюсь, и стрейкидзулик. Вот, Хёни, ну, давайте мы все будем потихоньку открывать. Честно, эти карты мало того, что очень долгожданные, закрывают немного разворотов. Я считаю, что это одни из самых красивых карт Хёнджина, как минимум вот эти вот две. Ой, ё-моё. На что мне мозги, серьезно. Да, как вы видите, я снимала уже почти час, и я немножко уже не в себе, но ничего, мы справимся. Вот. И, кстати, это письмо мне шло из Великобритании. И дошло достаточно быстро, кстати. Я стараюсь больше брать таких европейских, либо Британия входит в Европу, так что в европейских разборах, скажем так. Потому что я брала и в американских, но доставка там, мама не горюй, и долгая, и трудно отслеживаемая. Я сейчас жду оттуда письмо, и она очень дорогая, ребят, чтобы вы понимали. Вот, и как бы уже не вижу смысла что-либо скрывать. Это Хёнджин Старривер, к фанку какому-то, КМС. И еще один Старривер. Вот. Я не буду ничего доставать из подарков, потому что... Хотя давайте вот этого достанем. Мне, кстати, хочется попроводить такие штучки. Недавно я это делала, мне это понравилось, поэтому я хочу сделать это еще. Такой вот Хёня. Потом у нас Старривер. И мой пиратик, моя лапушка, мое солнышко. Белый задник, но ничего. Вот эту карту я оставляю 100%. На вот этой думаю, и на вот этой тоже. Мне хоть и нравится здесь эта лапушка, но мне ее очень трудно с чем-либо сочетать. Разве что, как бы, опять же, с картами Хёнджина другими. И думаю, вышла прекрасная страничка. Если бы сделать все прям со всеми картами, мордочками Хёнджина, которые у него есть, но это нарушает немножко другие сетапы, поэтому я, скорее всего, не буду это делать. Так. Мне очень нравится все, но меня смущает, ну, как это смешное такое дополнение для меня, или диссонанс в этой карте. Это крестик, потом пирсинг бровей, и потом вот этот двойной с цветочками. От этого мальчика исходят такие разные вайбы. Можем убрать, и это вот такой вот мальчик с gorgeous, stunning, beautiful. Я уже немножко сдаю нервы. Я вчера ехала
Я вчера, или даже сегодня утром приехала только домой. После 36-часовой дороги. И я, не знаю, не очень выспалась. Мне еще один работу вечером, поэтому... Я хотела скорее посмотреть, поднять себе настроение, прежде чем идти в эту суровую взрослую жизнь. Вот такой вот бабушка целует своего дженеретика. Вот, и у нас здесь, ё-моё, мне кажется, уже только две карты. А вторую я сама даже не помню. Убейте меня, убейте меня. Merry Christmas. Да, это было новогоднее время, все это выходило. Там тоже все вот такой же тематики. Look at this. He's stunning, he's gorgeous, he's beautiful, and he's the moment, I don't know. Вообще, мне очень нравится, как за одну эру он сменил столько цветов волос, что сначала как бы он заранее. Или? В начале, или до эры, или после эры. Короче, черненький, потом он был сереньким, потом он стал серенького блондинчиком, и потом он стал черненьким. Если я не ошибаюсь, если что, поправьте мне. И вот последняя карта, здесь я сама не помню, что. Да, вообще, этот ивент, кажется, вообще ни у кого я не вижу. А зря, карта хорошая. Я думаю, его тоже себе оставить. А карта Джасуми там не настолько нравится, но мне там очень нравится карта Минхо. Вот. И на этом все. Абсолютно все. Спасибо всем, кто досидел со мной до самого, до последнего, до конца. Надеюсь, вам понравилась распаковочка. Напишите свое мнение по музыке, по мальчикам, по тому, что у них происходит, по фотобукам, по карточкам, по вашим планам на карту. Напишите, что хотите. Мне будет очень приятен актив, ведь я знаю, что на ютубе сейчас как-то мало, чуть поменьше ребят. И я не уверена, стоит ли выкладывать на другие площадки, стоит ли выкладывать здесь. Ну, в общем, посмотрим. Я буду очень благодарна всем, кто поставит лайк. За комментарии еще большое спасибо. Подписочка, лайк, колокольчик. Все. Все сказала, да. Спасибо огромное за просмотр. И пока-пока.